Друзья, всем привет! С вами Зинулька Гасанова. Что хочу вам показать, мои хорошие, как я вкусно кормлю своих куриц. Смотрите, предварительно резанная картошка, морковка, вот она на дне морковка, сверху рыба. Далее высыпаю сверху еще немножко зерна, что в эту сторону, что в эту чашку. Сверху заливаю водой, закрываю крышку, ставлю варить. Вы не представляете, вот это вот, которая вкусняшка готовится для них, они считанные минуты ее просто съедают по-быстрому, можно сказать так. Они вот это тут поели, а потом я им уже сыплю зерно, и они так, трава, зерно и вода чистая, естественно. Вы не представляете, когда я им эту мешанку готовлю, честно слово, такой запах вкусно идет, что мне самой есть хочется, представляете? Так что вот, солнышки мои, как я балую свое любимое хозяйство. Морковка, картошка, зерно и рыба. Так что вот, всем пока!